Заработать летом свои первые деньги. Такой выбор сделали 1300 чебоксарских подростков. Ежегодно возможность поработать в каникулы предоставляет столичный центр занятости. Ученица 57-й чебоксарской школы Карина Петрова и ее подруги по трудовой бригаде сегодня работают в мемориальном парке «Победа». Их задание на смену – привести в порядок несколько клумб. Мы полим сорняки, убираемся, пересаживаем цветы многолетние и однолетние. Это большой опыт для меня. Первая моя работа. Чтобы дать подросткам возможность поработать летом, центр занятости заключил 116 договоров с крупнейшими предприятиями города. Основные работы – это благоустройство и озеленение территории, это работа по организации досуга младших школьников, курьерская деятельность, ну и другие виды работ. Рабочий день у несовершеннолетних укороченный от 4 до 7 часов в зависимости от возраста. Заявления на трудоустройство принимают в Чебоксарском центре занятости. Если ребенок младше 15 лет, требуется согласие родителей или опекунов.